Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Как бороться с тревогой и паническими атаками без таблеток? Как настроиться жить без страха? Ну, первый вопрос заключается в том, почему без таблеток? То есть, ну, вы попринимаете таблетки, например, если вам врач выписал эти таблетки, да, то опять не совсем понятно, откуда ну, почему вы решили, что у вас ПА, то есть панические атаки, да, вот, это вообще решает врач, вот. Значит, если у вас есть диагноз, то дайте себе возможность, ну, пролечиться медикаментозно, в том числе, пойти на психотерапию, вот, и через психотерапию уже скорректировать свое состояние. Вот. Да, отвечая на ваш вопрос, как без ПА, как без таблеток, это вот психотерапия, то есть тревога и панические атаки, это ж вот что-то очень такое вот нерафинированное у вас. То есть вот что-то прям такое очень-очень сильно нерафинированное. То есть то, что вы не различаете. То есть вот зона развлечения, да, того, что с вами происходит, она проходит вот в этом месте. В месте, где начинается, ну, в месте, где начинается страх. Вот. В месте, где начинается паническая атака ваша. Вот. И, соответственно, ну, само собой, что вам нужно разобраться с этим. Вот. Вам нужно поисследовать это, чтобы понять, что вообще там происходит-то. Вот. Само собой, где-то себя защитить нужно, если вы опасаетесь, ну, чего-то реального, да? Само собой, что где-то себя нам нужно защитить, где-то себя необходимо защитить, если вы чего-то реального боитесь. Вот. А где-то прожить ваши эмоции, чувства и посмотреть вообще там про что. То есть там вообще о чем. Вот. Да, как бы. То есть вот, ну, мои переживания, они про что вообще? Вот. То есть, ну, вот так вот еще важно сделать. Понимаете, да? Поэтому самое лучшее решение для нас — это сначала получить диагноз у врача,
ну, получить или опровергнуть наличие диагноза. Вот. А дальше уже идти на психотерапию. Вот. Как-то так. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Обращайтесь.